Всем привет, дорогие друзья, с вами Дритти, добро пожаловать в игрушку Roblox, это Hello Neighbor. Вау, будет круто, мне кажется, смотрите, какой здоровый дом. Очень большой, ребят. Мы сейчас будем допытывать, доставать нашего соседа и попытаемся выяснить его тайну. Ну что ж, тут такие птички чирикают, правда, ночь, но ничего страшного. Так, ладно, давайте обойдем. Ух ты, я разбил стекло, надеюсь, он нас не услышит. Также, ребятки, не забудьте поставить пальцы вверх и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Так, ладно, вот мы зашли в комнату его. Интересно, что это такое. У меня есть фонарик и есть ключик, ребят. Так. Я могу тут спрятаться? Да, ребят, можно спрятаться в шкафу. А, так. Может, мне присесть как-нибудь, я не знаю. Оп, вот так спрятались, все, нас не видно. Так, ладно, будем его тайну узнавать. Так, можно бить стекло. Ясно. Какой-то у него чайник очень старый. Окей, хлеб. Кусочек хлеба. Можно было покушать. О, отлично, у него тут порядок, в принципе. Молоко. Тихо, 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 тише, тише. О, вот он! Вы видите его? Сваливаем. Вы его видели, ребят? Он там стоял. Так, тут закрыто. Ух ты ж, елки-палки. Ребят, гроб дома. Гроб находится прямо в доме. Не знаю, кто тут похоронен. Есть лопата. Я раскопал, яму. Тут лежит гроб. Ну-ка. Хорошо, берем лопату. Давайте попробуем снять крышку. Там кто-то, ребят. Там кто-то закопан. Какая-то девушка. Вы видите это, ребят? Фу, боже мой, я чуть не испугался. Это просто... Это просто кукла. Это просто манекен. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели, ребят, он там стоит. Вот он. Блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не знаю, меня заметит, нет? Что у него тут еще интересного? Так, туалет. Печка. Так, может, я надо как-то открыть? Нет, не получается. Какой-то мишка, наклейка мишки. Молоток. Нужен ли мне молоток? Ай-яй-яй, что происходит? Я попал в какой-то глюк. Ну-ка. Я взял молоток. Ну-ка, дайте я. Фу. Боже мой, что-то случилось. Так, мы вышли во двор. Окей, ладно. Как бы попасть наверх? Давайте попробуем попасть наверх, ребят. Наша задача попасть наверх. Птички чирикают, не знаю. Какая-то аномалия. Я их слышу в своей голове. Чириканье птичек. Так, осторожно. Так, тут гроб. Я не знаю, как я мимо него должен пройти. Блин, ну это будет очень сложно. Давайте пробежим вот так. Какая-то черная дыра. Не пойму. О, капкан, ребят. Я когда беру молоток, какие-то глюки случаются. Положи на место молоток. Все, взял молоток, и глюки начинаются. Мне тем более... Зачем мне так много молотков? Убери его, убери. Все, я убрал молоток. Отлично, все нормально. Блин. Он следит за мной, что? Ну-ка, я пробегу. Он, наверное, спит, ребят. Он меня не заметил. Так, колокольчик. Да елки-палки. Что происходит? Это, а нельзя брать вещи. Какие-то баги, глюки происходят. Ладно, может, игра не доработана, но все-таки мне интересно посмотреть, что тут такое. Ключик, у меня же есть ключик. Ну-ка. Может, это другой ключ? Да я туда не перешагну. А, так, тут, значит, учительница. Макет учительницы. Ясно. Буковки. Она тут что-то написала. Окей, идем дальше. Нам надо разгадать. Нам надо разгадать тайну соседа. Что он замышляет. А может, это был не настоящий сосед? Может быть, это тоже манекен был? О, ключик еще один. Вот этот ключик нам надо... Да что ты будешь делать? Опять какие-то глюки. Все, у меня есть ключ. Я не могу идти. Я не могу идти с ключом.
Хорошо, мы сначала просто подойдем туда. Так, я уже запутался, где я был. Я по кругу, что ли, хожу? Да, сосед явно чокнутый. Так, выкинь, выкинь, выкинь все это. Как мне попасть назад, ребят? Я заблудился. Запутал немножко. А, вот. Отлично, все, я понял. Я наверх пока не поднимаюсь. Хочу попробовать открыть дверь. А, вот ключ. Ключ откроем. Восьмой ключ берем. Давай, давай. Не подходит? У меня два ключа, и они не подходят. Ни один, ни второй. Молоток тоже не подходит. Я так, я не знаю, что делать. Хорошо, пробуем наверх подняться. А, лестница. Ну, лестница ведет в потолок. Окей, и что мне тогда делать? Может, ключ от какой-то другой двери? Ну, как вы видите, я пытаюсь открыть. Пытаюсь открыть, но он не открывает. А, я так прошел. Отлично, можно так пройти. И что? Хорошо, у меня же есть... Ну-ка. Может быть, молотком? Не получается. Не получается ничего открыть. Зачем мне колокольчик? Давай, давай, выходи. Ну же. Ты же как-то зашел сюда. А, или только с ключом можно пройти? Хорошо, я взял ключ. Друзья, я в какой-то... Я в каком-то тупике. Это была ловушка. Не было смысла сюда идти. Боже мой, ну ладно. Пытаюсь выбраться. Дайте я выберусь. Блин, ну я же как-то сюда... Я же как-то сюда залез. Почему я не могу выбраться? Ребят, это какая-то подстава. Ладно, возьмем этот ключик. Ну же, ну же, ну же. Так, хорошо, как присесть? Ты же можешь, чувак, присесть? Блин, да ты издеваешься. Фу, ребят, каким-то чудом не удалось... Мне удалось вылезти отсюда. Фу, благо. Хорошо, тогда идем вниз. Аккуратненько проходим. Вот тот ключ, ну-ка. Ну же, ну же. У меня же есть ключ. Пока он не видит. Нам надо открыть дверь эту. Ты издеваешься, что ли? Он не может ее открыть. Зачем тогда нужны эти ключи? О! Я открыл? А, правая кнопка мыши открывать. Мы открыли. Ну тут просто комната, ребят. Тут ничего нету. Так, если я открыл эту дверь, я так понимаю, я могу и эту дверь открыть. Оказывается, это правая кнопка мыши. Вот так и все. Ну тоже дверь я как-то открыл. Ладно, пофиг. А если я подойду к тебе? Эй! Эй, ты что делаешь? Он забрал у меня ключ. Он меня поймал. Точнее, я сам. Я сам виноват был. Я слишком близко к нему подошел. О, тут есть какой-то рычаг. Блин. Я, кстати, был на втором этаже. А что, интересно, на третьем? А в камере он меня, интересно, заметит? Нифига себе, у него тачка. Хотя, в принципе, такая же, как у меня, только расцветка другая. Так, ладно. Он закрыл дверь, а второй раз она открыта была. Ты позвонить можешь? Странно, что он не может позвонить. То есть, нет, с другой стороны. Шапочка. Ну-ка, одень. Нельзя, что ли, одеть? Окейушкин. Да блин, тут я все уже поразбивал. Ну что нажимать-то? Нет, тут ничего не работает, ребят. Молоток.
То есть, ну кто играл, ребят, может кто проходил эту игру? Можете написать по комментариям, я что-то не могу найти. Может быть, вы более хороший сервер какой-нибудь подскажете? Потому что это какой-то немножко багованный, я спокойно прохожу. Вот он выход, оказывается, вот его комната, и тут ничего такого нету примечательного. Главное, к нему слишком близко не подходить. Он, в принципе, безобидный. Только если вы близко подойдете, то он вас заметит. Ну а так, по сути, вот я везде был. Действительно странный дом. У меня тут все закрыто. Так, кровать живет один. Странный чувачок. Странно, у вас не зря я к нему в гости зашел. Хотя бы буду знать, что он странный. Не буду с ним общаться. Ну а наверх, я так понимаю, нету дороги, ребят. На этом все. Может, конечно, тут какие-то есть загадки, какие-то решения, ответы. Но я их не нашел. Вот последняя дверь. А лестница идет наверх, якобы. Ну, и на этом все. Я думал, я вверх попал. Нет. Нет, ребятки. Тут можно выпрыгнуть. В общем, такая вот игрушка. Вы комментируете, ребят. Что тут можно еще поделать? Там вообще ничего нет. То есть мы вообще фиг пойми где. Только его дом и мой дом. Все. Вокруг больше ни городов, ничего нету. Да уж, будем мы на втором этаже, как на третий попасть, я не знаю. Наверное, это невозможно. Это задание, которое мне нужно сделать, по идее. Тут написано не по-русски, поэтому я так и не понял, что надо сделать. Так. Такой шикарный дом. А мой маленький, скромный, обычный дом. Не то, что у него нифига себе. Там можно человеком большую семью иметь, человек 20, 25. Человек 20 точно могут тут жить. Ну что, ребят, с вами был Даридий, и не забывайте подписываться на мой канал. Можете писать, чем еще можно заняться в Роблоксе. Ну, наверное, все. Пока-пока, ребят, до скорого.